Привет, друзья, Алексей, вы на связи. Вот хочу вам показать интересное место, куда мы сегодня приехали. Посмотрите, это просто настоящая, но тропическая река в джунглях. Река в джунглях. Видите, там немножко лодки стоят. И вот мелка. Вот мы сюда приехали, но случайно нашли ее, прямо скажу. Мы ехали на другой источник, тоже такая речка. Мы как-то были уже там, просто решили еще раз подъехать. Но там закрыто. Ремонт, что-то они обновляют. А вот нам подсказали, что рядом есть тоже вот искупаться. Уже хотелось искупаться, потому что достаточно долго ездили. Вот видите, здесь мелко. Видите, здесь мелко все. А вот здесь поглубже, ну, грубо говоря, по пояс. Вот можно вполне нормально купаться. Вот видите, даже тень есть. Здесь, видите, вот я спускаюсь. Вот в тени здесь. Вот, а. Раслин с Мартой пошли. Вот видите, там тоже люди. Видите, лодка. Ну, вот такое место, в общем-то, даже и очень-очень такое живописное, интересное. Эти пальмы, всякие деревья тропические. Вот это бамбук. Посмотрите, какой большой бамбук. Вот это все. Это бамбук прямо скрипит вовсю. Ну и вот люди приходят сюда, потому что тот источник закрыт. Там такой своего рода пляж. Ну вот и здесь тоже, посмотрите, вон там, немножко вдалеке, там видно, что такая отмель. И там пляж. И вот, по-моему, Раслин туда, я даже смотрю, где Раслин, потому что вот была она здесь, и ее уже нету. Я думаю, она пошла туда пройтись. Давайте попробуем тоже пройтись. Вот, прямо по воде. Такая тихая, спокойная. Вот люди здесь, которые там шашлыки делают, филиппинцы, они сказали, они живут на берегу океана. Поэтому специально приехали, чтобы на речке побыть. Потому что уже устали от океана, от моря, там, воды. Вот, видите, вот там какая-то компания туда пошла. И вот Раслин. Мы и они, по-моему, начали делать шашлыки. И мы тоже подумали, почему бы нам не пойти как-то приехать сюда. Тоже несколько человек. И сделать шашлыки на том. Видите, такой как пляж даже. Песок, я так понимаю, песок. Так, идти немножко сложно, потому что босиком. Потому что босиком мы не взяли так обувь специальную. Ну, вот. Здесь уже попроще, видите, более мелкий камень. Выйду. Давайте подойдем, посмотрим. Вот в тени хочется. В тени не так жарко, но не так уж прямо жарко. Видите, здесь тоже вот филиппинец, отец с ребенком вышли. О, в тенек зашли. Замечательно. Вот покажу вам такие. Вот такая живописная природа. Люди приезжают, купаются, отдыхают. Вот в теньке. Видите, здесь тоже мелко в тени. А вот я вижу, Раслин возвращается. Видите, с Мартой. Вот люди там разные. Компании. Вот там уже рубят какие-то деревья и костер. Я думаю, будут делать мясо, шашлыки, что-нибудь такое. Ну, да, очень живописное место. Вот такое можно там. И тени много по берегам. И мелко, есть мелко, вот такое мелко, безопасно. Там чуть поглубже, как раз, нормально. И дно, видите, каменистое, то есть чистое, не как там, только в одном месте немножко такая ил, как бы, ну, очень короткая. А так, в основном, видите, думаю, вот эти лодки, наверное, люди здесь, ну, относительно недалеко до океана. Вот если так спускаться, может быть, они в тот город ездят, плавают, то есть, а вот, видите, возвращается Раслин, пошла, проверила. Там. Раслин, you can come here, Martha swim, because very shade and shallow. Вот видите, там компания. А? Where?
воды. Sorry. Big fish. Вот видите, смотрите, Раслин говорит, там большая рыба. Did they catch that fish? Did they already catch? Maybe they buy. How, they buy. It's okay. Maybe they buy, because I don't see they catch fish. Вот смотрите, раз, вот очень удобно, потому что мелко, посмотрите, вот смарты устроились и очень безопасно. То есть мне очень нравится это место, надо будет сюда как-то. И относительно недалеко, хорошая дорога, здесь последние, может быть, метров 100-200, может быть, метров 100, такой по узкой дороге на мотоцикле мы приехали. Если на машине, то придется дальше немножко отпускать ее. Ну и такое очень много... Много места, где можно вот проводить там в воде, посидеть, поплавать. Сейчас вот Раслин пробует, просит меня, чтобы я сфоткал ее. Йоу, Тон Марта. Давайте мы их сфоткаем, чтобы они на память, потому что... You look if you like. Not very big fish. No, I think they bring, not catch. Yeah, you can go. It's okay. I don't want to disturb them. But is it really sand? Видите, Раслин говорит, была то difficult to walk because like this. I cannot so far. Вот, видите, Раслин говорит, там пляж, то есть песчаный. Смотрите, очень живописно. Такая маленькая речушка, там песчаный пляж. А, вот видите, Раслин туда сходила, сфоткала. Сейчас вам покажу. Вот она говорит, большую рыбу уже, видите, на костре там делают ребята. Какая-то компания, может, человек 5-10. Ну вот, смотрите, мне нравится такое место, где очень тихо, спокойно, как-то можно провести, как-то расслабляешься здесь. И видите, есть места, где можно остановиться. Надо, конечно, с обувью приходить, потому что я сейчас босиком. Немножко сложновато ходить, но все равно так метров 10-15 здесь вполне нормально я хожу. И вот видите, даже видео делаю. Ну, пойдемте обратно. Ставлю камеру еще раз. Искупаюсь. Вода чистая, обратите внимание, что очень приятно. Ну, может быть, кто-то думает рыбалку здесь. Ну, наверное, есть места, где рыбалка, но не здесь, потому что рыба так не видна здесь. Ну, наверняка, вот, может быть, пройтись. Вот эти лодки там, вот я вижу, здесь сети есть. То есть люди ездят на рыбалку. То ли они ездят на уже в океан, то ли и где-то и здесь. Вполне возможно, что где-то и здесь. Давайте я попробую здесь подняться. По-моему, здесь даже проще. Немножко скользко. Немножко скользко. Пройдемся уже. Там вещи оставили. Ну, мы как бы и не подготовлены совершенно здесь. Поэтому, если специально подготовиться, то можно более комфортно себя чувствовать. Ну, так, спонтанная такая поездочка. Мы хотели на тот ручей, другой, но там все оформлено. То есть там все... Ну, то есть удобно, там домики можно снять, сидеть. А здесь вот, видите, сеть. Later, thank you. Do they catch fish here in the river? Or on the ocean? This. In the river here? Ocean? Ocean. You go to ocean with these boats. Okay.
Окей, видите, они сказали, едут. Это все не здесь, не на реке, а едут на... плывут в океан. Вот, ну хорошо, ладно, все тогда.